Слушай, как следует, товарищ. Время на весь золото. Отряд моих лучших людей отправился на переговоры с одной из конкурирующих группировок. И по пути парни выяснили, что в их машинах установлена взрывчатка, которая взорвется, если машина остановится. Товарищ, ты должен найти моих людей и помочь обезвредить бомбы, пока машины двигаются. Убейте его! В атаку! Отличная работа. Но есть и еще бомбы. В атаку! Он мертв. Отличная работа, Скорпион. Осталась всего одна. У тебя получилось. Я думаю, убийцы удивятся, когда мои парни приедут на переговоры, вооруженные до зубов. В атаку! Убейте его! Тебе конец! Круто! Сердату! Лишь тебе одному я могу доверять. Отправил тебе кое-какие данные. Береги их. Это информация для нашего японского друга о местонахождении его русских и китайских конкурентов. В яблочко! Словно музыка для моих ушей. Тащи сюда эти файлы! Быстро! А вот и победитель! Товарищ, для тебя есть задание. В армии есть полковник по имени Чень. Он поклялся сокрушить войска революции. Нельзя допустить, чтобы эта империалистическая свинья встала на нашем пути. Прошу, помоги мне. Это нам пригодится. Держи дистанцию, или он удерет. Лучше всего будет снять его издалека.
Направляю все свободные отряды! А теперь убей эту свинью Ченя. Никакой пощады! Отлично, Скорпион. Как же меня радует мысль о том, что он захлебнулся собственной кровью. Тараканов ждет неприятный сюрприз. Кое-кто собирается дать показания против племянника этого пустобреха Розака. Я хочу, чтобы ты доставил мне этого свидетеля. С ним я смогу диктовать тараканам свои условия. Уж я с ними разделаюсь. Чтобы найти его, тебе нужно добраться до радиолокационной станции. И там загрузить себе в КПК координаты с их GPS. Науку нужно любить и уважать, товарищ. Вот так. Отлично. Его координаты у нас. Свидетель уже в пути. Я отправлю вертолет, чтобы забрать тебя. Никуда не уходи пока.
товарищ. Цепляйся за вертолет. Он доставит тебя к конвою со свидетелем. Так, все вперед! Мы его поймали! И всем привет, это аэромобиль Жнецов. Пристегните ремни, мы убираемся отсюда. Товарищ, свидетель находится под защитой. Тебе придется угнать машину со свидетелем. Так, чтобы вы оба остались живы. Я от конвоя не отстану, как вонь от дерьма. Так что держись крепче, сейчас мы им зададим. Нет, он на крыше! У нас замечен противник! Направляю все свободные отряды! Он сзади! Пошли! Пошли! Не повезло, компадре. Он у тебя. Теперь вези его сюда. Как у меня сердце колотится. Тебе послали тараканы! Слушай! Я бы все равно им ничего не сказал, ты же меня знаешь. Просто валял дурака для этих правительственных свиней. Тихо там сзади. Навстречу. Если за тобой хвост, жнецы тебя выручат. Мне нравится, что ты говоришь и как ты это говоришь, дамочка. Замечательно, дорогой, дорогой товарищ. Я всегда в тебя верила. И не волнуйся насчет свидетеля. Я его так приму, что он этого долго не забудет. Сюда! В атаку! Он мертв! Быстро в укрытие! Пошли, пошли! Тебе конец! В укрытие! Кончай его! Пришли ночью, сожгли мой дом. Боже, да что мы вообще делаем в этом безумном месте?
У меня тонкий нюх, юноша. Я чую многое и уж точно не пропущу запах лжи. Я знаю, что ты не тот, за кого себя выдаешь, Скорпион. Но ты мне нужен. Я найду тебе работу. Они считают, что нефть — это кровь нации, Скорпион. Она и вправду повсюду нужна всем и для всего. Приличная часть нефти, импортированная из Брунея, отправляется на охраняемый нефтеперерабатывающий завод Эмосхита. Если бы тараканы контролировали этот завод, это пошло бы на пользу бизнесу, верно? Если ты хочешь быть мне другом, Скорпион, ты поможешь моим солдатам в этом захвате. Твоя задача — доставить меня в центр. Тогда я взломаю систему и изменю коды управления. Пора захватить это место. А ты, Скорпион, проследи, чтобы я попал внутрь живым. Вижу, врага! В атаку! В атаку! Проклятие! Нам не пробить! Скорпион, помоги нам как-то открыть вход. Наверняка внутри есть паны. На нас напали! Защитите центральные ворота! Он смог! Шевелитесь! У врагов подкрепление! Оставайтесь в укрытии и удерживайте позицию! Отлично! Мы захватили вход! Все ко мне! Они убегают! Вперед! Они прорвались через вход! Отступаем! Прикройте меня! Я захожу. Быстро в укрытие! Победа! Пошли! Мы двигаемся дальше! Он... Есть! Пошел! Захватите следующий баррикад! Вижу цель! В укрытие! Прикройте меня! Я захожу! Пробиваемся вперед! Мы почти на месте! Это нам пригодится. Я вижу этого труса! Прикройте его! Все чисто! Пошел!
объектива! Вижу цель! Враги на платформе, Скорпион! Вижу цель! Кто за... Перестроиться! Выше головы! Ему не уйти! Есть! Перестроиться! Он смог! Шевелитесь! Вот он! Я просто взломаю их систему с этого терминала. Скорпион, не подпускай их ко мне. Я пока сменю пароли доступа. Просто... Я вижу этого труса! Осторожно! Граната! Гранаты! Ай, граната! Я его потерял! Ублюдок! Отлично, Скорпион. Это предприятие неплохо обогатит нашу организацию. Сообщают, что сегодня днем нефтеперерабатывающий комплекс в ЭМАС Хитаме, где производится львиная доля бензина в Панао, потрясла серия взрывов. Есть жертвы. Полиция опровергает слухи о том, что на месте происшествия слышали выстрелы. В этом районе не происходило никаких мафиозных разборок. Thank you.
Эй! Привет от Рико Родригес. Только не говори, что ты нашел хороший табак. Шелдон, мы сорвали банк. Тот русский, Джаньсу, не японский генерал. Сейчас все вместе в гостинице «Три короля». И вот что самое смешное, ни один из них не знает о присутствии остальных. «Три короля», значит? Следовало мне догадаться. Там же лучший бар на всю страну. И официантки под стать. Самое время мне туда наведаться. Заказывай столик на двоих, приятель. Я иду с тобой. Пора мне поразмяться. Я не пущу тебя одного И вот, три короля. Кейн нельзя брать снэп. Ей придется выйти на связь со штабом и объяснить им, что здесь происходит. Так, ты разберись с этим типом Джаном, а я поищу русского. Займись делом. Год глупой американской собаки! Прихвостень управления! Я тебя увидел за километр! Теперь тебе откроется истинная мощь китайских фейерверков! Эй, стоп! Тревога! В секторе замечен противник! Все свободные отряды, ответьте! Ты медленный и глупый! Ага! Это ты о чем? И русские знали, даже японцы, но вы, американцы, вы были в неведении. Вот он, наш русский приятель. Это будет весело. Да, поскольку не в тебя тут стреляют. Ха, Янки пришел заявить свои права. Поздно, ковбой. Отправьте мне мой танк немедленно. Силу России, матушки! Хорошо работаешь, амиго. Теперь уноси отсюда свою задницу. Остановка, приятель. Удачи. Всем ответ... Я тебя прикрываю. Я буду прямо у тебя за спиной в вертолете. О, нет! Укрытие! В атаку! Подкрепление прислали. Ложись!
Может быть, ты победил меня, но не мою родину. Встречайте свободу! Шелдон, я и не думал, что ты до сих пор на это способен. Рико, приятель, я американец до мозга костей. А все, знаешь, настоящие американцы ненавидят коммуняк. Эй, смотри-ка. Наш японский друг все еще в своем номере. Наверняка замышляет какую-нибудь гадость. Живо туда и разберись с ним. В нашем секторе противник. Всем отрядам на перехват. Наконец ты пришел! Спасибо тебе, солдат, что ты сразил моих конкурентов, русского и китайца, а также за то, что дал мне шанс испытать мою батарею управляемых спутником ракет на тебе! Бой для меня унизителен! Умри скорее! Ха-ха! Это все, на что ты способен? Но и твоя судьба незавидна. Глаза всего мира обращены к Панау, но ты не знаешь, куда смотреть. Америка превратилась в слепое чудовище, которое сражается, не зная цели. Возвращайся, Рико. Я тебе отличный коктейль забацал. Ну вот, три сверхдержавы остались с носом. И даже хватило времени, чтобы слегка выпить. Готов спорить, что эти парни притащились в Панау из-за того же самого, из-за чего малыш Панай разорвал отношения с дядей? Логично. И что теперь? Время для большого пинка, Рико. Ты должен стать братом для всех группировок и разобрать их на части изнутри. Чем больше будет шума, тем скорее малыш высунет руку, а мы ее тут же сломаем. Отлично. Пора устроить такой хаос, чтобы выкурить малыша из укрытия.
Не беспокойтесь, это все работа мятежников. Все вооруженные группы вне закона. Флаги тараканов, жнецов и улара запрещены. Беспорядки будут прекращены, а порядок восстановлен. Наш славный вождь объявил чрезвычайное положение. Порядок будет восстановлен в ближайшее время. Сегодняшний джекпот в $1 000 000 не пострадал, так что будьте завтра с нами, чтобы услышать, кто же самый удачливый житель Панау. Международные игроки. Но что, черт возьми, им нужно? Это мне пока выяснить не удалось. Знаю только, что это надо пресечь в зародыше. Они лишь авангард. Скоро прибудет и подкрепление. Пожалуйста, пожалуйста, мистер.